Добрый день, дорогие друзья, это Фомин Алексей. Мы в прямом эфире, и последние три дня я там весь был в самолетах. Пока я летал, тут организация выросла больше, чем на 1000 человек. Страшный ажиотаж. Infinii покоряет русскоговорящее пространство. Многих людей интересует возможность зарабатывать деньги легальным способом, без приглашения людей. И люди устали от торговли баночками, кремами, что-то нужно солидное, виртуальный продукт. И мы, на самом деле, нашли такую классную возможность. И сейчас, конечно, многие люди быстро-быстро разобрались вообще, о чем идет речь. И я знаю, сегодня, например, мне позвонила Ольга Лобанова, например, закрыла уже статус регионального директора. То есть это же вообще, то есть это потрясающая вещь, на буквально там три дня работы, и закрыл человек просто следующий свой статус, это просто великолепно. Сейчас мы будем начинать. Я хочу сегодня показать вам совершенно волшебный фильм, который я записал, когда я был в Техасе на встрече. Я приехал в Техас, в один из офисных центров компании Infinii. То есть, как вообще все это устроено? Infinii – это компьютерная компания, то есть это виртуальный бизнес, то есть нам не нужны с вами склады, баночки, доставки, упаковки. И тем не менее у компании Infinii есть склад, который они держат для того, чтобы обеспечить работу платформы Springboard. То есть когда вы заходите в бэк-офис, вы видите, что у нас есть там панелька Springboard. То есть это трамплинчик для начинающих ребят, на котором вы уже можете зарабатывать несколько сот или пару тысяч долларов в месяц. Это облегченная система заработка на торгах в интернете. И как раз компания Infinii держит склад, через который партнеры могут торговать через Infinii на Спрингборде. Вообще во всей этой теме будете разбираться. Я до того, как я сейчас вообще все это буду вам рассказывать, я хотел бы сделать маленькую такую диаграммочку, чтобы мы с вами вообще поняли, о чем идет речь в этом бизнесе. Сейчас, секунду. Я открою бэк-офис, открою так экранчик. Открою экранчик. Вы сейчас будете видеть мой экран, и я кое-что хочу вам нарисовать. И мы с вами на этом, чтобы у нас с вами было быстро, быстро, быстро. То есть в каком мы с вами бизнесе, да, еще раз, я хочу, чтобы мы с вами дали себе чуть-чуть время разобраться, потому что это нечто новое. Здесь нам нужно будет подключиться к электронной коммерции, вообще разобраться, в чем здесь суть. То есть представьте, что вот эта шкала, здесь уровень компетентности, допустим, 100%, да, то есть 100% компетентность. Здесь такая некомпетентность, то есть человек полностью не знает вообще что, куда, чего и куда, не знает, да. И здесь какая-то половинчатая компетентность. То есть мы понимаем, что человек, который некомпетентен, он не может, человек, который некомпетентен, как делать, чинить зубы, он не может пойти и вставить другому пломбу, да, то есть нет результата, так? И человек, который наполовину обученный, ну, человек, как бы, он плохую помощь окажет. И, например, человек, который прошел правильное обучение, разобрался, он может пойти и получить результат, то есть человек может получиться довольным, то есть, понимаете, да, мы с вами находимся в таком бизнесе, здесь просто чуть-чуть нужно, нам надо будет разобраться. Поэтому большая просьба, дайте себе время, так, потому что здесь есть чему научиться, ребят. Мы ходили в школы по 8 лет, и на самом деле это еще не давало вам никакой гарантии в том, что вы станете миллионером. Здесь, пожалуйста, не торопитесь, все нормально, мы в нужном месте, в хорошем бизнесе, в котором вы легально сможете зарабатывать не один десяток тысяч долларов в месяц. Поэтому еще раз вам хочу сказать, что все материалы будут переведены к 15 января. Мы сделали дату открытия 15 января. Много людей, которые знают английский язык, они начинают уже во всем потихонечку разбираться и помогать своим партнерам, которые еще только-только, значит, открывают аккаунты. Тем не менее, движение идет просто невероятное. Значит, сейчас я хотел еще вам показать. Сейчас, секунду, один момент. Пока я просто перед началом того, что мы начинаем, потому что люди, еще я вижу, подключаются к эфиру,
Я поэтому беру небольшую паузу еще раз. Открыть документ и показать. Хочу показать еще одну ступеньку карьерного роста, которую уже у нас сегодня ребята закрыли. Это очень классно. Хочу еще раз их поздравить. Значит, вот у нас компенсационный план. И вот у нас региональный менеджер. То есть региональный менеджер – это, еще раз хочу поздравить, вот это, нет, ниже, третья колоночка. То есть Ольга купила продукт на $150, так? Она может продавать на платформе Springboard, о котором мы сейчас будем говорить. У нее там уже больше количества продуктов, товарооборот у нее уже $3000, так? У нее уже... Она, Ольга, уже квалифицирована на бонус $1800. Видите? То есть очень интересно. И это было сделано буквально за 3 дня, как работают регистрации. То есть за 3 дня человек заработал $1800. За первых 3 дня работы в компании человек заработал минимально свои $1800, плюс бонусы по бинару, плюс бонусы за личное приглашение. Я оцениваю примерно грубо, это несколько тысяч долларов. За 3 дня. Только-только начали. Еще бизнес даже не начинали. То есть, потому что официально открытие 15 января. То есть сейчас идет просто предварительная регистрация. Люди своих близких друзей, партнеров по бизнесу приглашают в этот бизнес занять места. Хорошо. Значит, возвращаемся к нашим делам. Поздравляем еще ребят, о которых я не знаю. Наверняка есть еще, кто закрыл следующий статус. Я уверен, что Виталик и Денис закрыли. Виталик Мираевский, Денис Деркач. Я думаю, что многие наши продвинутые партнеры закрыли уже следующий статус. Я просто еще не раннее утро, я только стал получать сводку сообщений. Итак, хочу вам показать маленький фильм, который я снял на одном из складов. Я ездил на, это называется в Америке склад, в один из офисных центров, где работает компания, и откуда они осуществляют доставку продукта для товаров, которые продаются на платформе Springboard. И туда приехал специально один из владельцев компании, Джейсон Роуз, поэтому мы не встречались в каком-то там фешенебельном офисе. Так, сейчас мне что-то Денис звонит, что-то хочет сказать. Сейчас, секунду, ребят. Если Денис звонит во время презентации, значит, это что-то... Вот, значит, то есть это один из складских помещений, приехал туда Джейсон, и там я как раз, туда съехались ребята, и там я познакомился с людьми, которые, например, на платформе DS Domination на предыдущей версии заработали порядка полмиллиона долларов. Все звонят, надо выключать телефон, ажиотаж, вообще страшно. Ну, давайте, поехали, ребят. Значит, сейчас буду показывать видос. Сейчас закрою лишнее. И поедем. Так, вот у меня это видео. Отлично, так. 2, 1, action. Друзья. Так, сейчас как раз покажу экран. Все, я подготовился. Так, сейчас вот один момент. Так, секунду. Сейчас, ребят, много окон открыто. Почему-то так. Так, секунду. Не быстро так сориентироваться. Так, все, поехали.
Two, one, action. Друзья, добрый день, это Фомин Алексей, я в гостях в компании Infinia в Техасе. И сегодня хочу представить вам президента компании, главное лицо компании, это Джейсон Роуз. И также, Джейсон, сейчас я передаю микрофон Джейсону, и Джейсон все расскажет, о чем будет речь. Так, Джейсон, you introduce everything. All right, lots to show you here. First, I'll start off with welcoming you here to our Infinii home at the warehouse, where we're actually going through and we're going to actually show you a little of the big picture of what's all to come, and more importantly, what's already here. And what we've had in the past was an amazing system in DS Domination that we had seen people, just average people that had never gone out and done anything online, and or those that actually have done about everything online and never had any success, to where now they're actually making thousands and tens of thousands of dollars. So before I go into anything further, I would like to introduce you to Nikki and Parrish Witherspoon. They are some of the greatest people that we've worked with and are with us in DS Domination. And it makes sense. We find the most successful people that are using the system that Hitesh Juneja created, and how they've been able to scale it up and do amazing things. So then we bring these amazing people that do just outstanding work and performance out there in the field, we bring them and make them part of corporate, and then they bring that success to you. So I'm gonna let them go the rest. Let me translate. Итак, ребята, Джейсон говорит, добро пожаловать у вас в семью Infinii. И на самом деле волшебные возможности, теперь многие люди могут на самом деле зарабатывать большое количество денег, работая в электронной коммерции, здесь есть все инструменты. И до того, как Infinii подключил составляющую, как сетевую составляющую к этому бизнесу, Джейсон хочет представить двух реальных людей, партнеров компании DS Domination, это предыдущая компания. То есть ребята на самом деле были одними из самых, то есть реальные люди, которые зарабатывали реальные деньги на этой платформе. So guys, so is your turn. So tell people your success, what is your experience, and just a little bit what you did and like you want. Absolutely. Well, actually, we started in totally different fields, had no perception of network marketing or the system that is being brought to you today. No selling, nothing. Completely brand new. We were overseas, working in Iraq overseas. She was in accounting and I was in security. Go figure. We go from accounting and security to DS Domination and learn the system that Jason and Natasha put out for us, and doing that, we've done pretty good, huh? Let me translate first of all. We never learned to translate. I didn't even think about it. В общем, ребята на самом деле вообще не имели никакого отношения к индустрии продаж. То есть, you were what? An accountant. You were like a security specialist. То есть, представьте, то есть Ники, она была на самом деле бухгалтером, вот, и you were like a security specialist. Yeah, I was a diplomatic security specialist for the federal government. И он работал в правительстве специалистом по службе безопасности. Представляете себе? Вообще к бизнесу, в торговле, к продаже вообще никакого отношения. И вот сейчас послушаем, какие у них результаты. Okay. Right. So, you know, going from a completely different field than what we're in now, we completely left that entire industry altogether, was able to leave that in a pretty nice salary that we were making out there. We were both making well over six figures a piece. And to be able to come home, we had to have something that was going to replace that and replace it fairly quickly. And we were able to do that in 4 months. She likes to shop. Представляете ситуацию, то есть они вышли вдвоем, начав абсолютно с нуля, используя платформу DS Domination, которая была до этого. Там не было, как мы говорим, никакой составляющей сетевого бизнеса, и они вышли на шестизначный доход, каждый из них, за 4 месяца. So from being able to come home within that 4 months, it was literally all from the training videos, and that's exactly what you all will get as well. You're going to get step-by-step training. And not just the videos, you also get, you know, action from the actual warehouse and from other people who are doing this exact business model.
So you're not just learning from some random people, you're learning from people who are actually doing this right now. And one of the key pieces of it is that you don't always have to just recruit base. You know, you can actually make a substantial income from the product side. We're living proof of being able to make a substantial income from the product side almost alone, because we're not really good recruiters. All from pretty much shopping, you know, really simple things. Oh, I'm sorry. Что она говорит о том, что буквально за 4 месяца, как она повторяется, вышли на совершенно сумасшедший шестизначный доход, и они реально говорят, что мы делали все по шагам, мы смотрели видео за видео, мы получали знания, мы пошли и стали делать то, что там в этих видеоуроках сообщается. И самое важное, что эти видео записаны не просто там какими-то людьми, а это реально люди их записали, которые идут и делают эту работу каждый день. Все, что мы сделали, мы повторяем это, применяем и получили совершенно уникальный результат. And you wanted to show the skills instead of me, not this iPhone skill. Just wanted to show a few of the items, just so you can see just how simple it is. Nothing that we're doing is rocket science. It's very simple. Anybody can do it. Exactly. It's very user-friendly. So these are some of the items. Она показывает, что это не космические технологии, это каждый человек может это делать. И она говорит, хочу вам показать разные вещи. Okay, so these are some of the items. Just a white bean pillow, see? Go to Amazon. Sounds really well. Приятный звук издаёшь, что кто-то начинает. Покупает этот, прикольно. Something very simple, something very lightweight. This pillow actually costs $5. It's retailing right now for $22.99. Она говорит, это вообще ничего не весит. Пушинка. Yeah, закупка $5 продают по 25. Нормально, ребят? This one's очень популярно. This one right here is $1. Это доллар стоит журнал «Звездный войн». $9.99. Продается за $10, $9.99 на Амазоне. Absolutely. This one is $5. This one's going for $24.99. Они это покупают по $5, а на Амазоне продают $24.99. $24.99 продают на Амазоне. Нормально, ребят, поднимают. This is the power of the system that you will learn. You'll learn how to do this. You'll be trained on how to do this and bring those profits into your home to grow your family's way of life. I mean, it's done that for us, and it can do that for you. There's nothing special about us. All we did was see the vision that Jason and Hitesh put out and the training that they put out on how to do it, and we just followed it. We didn't do anything out of the norm. We followed what they said to do. And in doing that, we were able to achieve massive success. То есть, что они говорят о том, что они просто пошли, они поняли видение, которое им предоставил Джейсон и Хитеш. Они пошли, посмотрели эти видео. Это не что-то специальное, такое тяжелое, что никто не может сделать. Это простые вещи, они пошли, это сделали. И вообще в шоке, потому что за 4 там, небольшие месяца они вышли на совершенно сумасшедший доход. Поэтому... И то, что он говорит, что нужно просто, ребят, в этом находиться и просто действовать в этом. Yeah. Okay, so what do we do now? We want Jason, do you mind to share with people the big vision? Yes. Jason хочет с вами поделиться перспективой, куда мы попали вообще. Я попросил вашу картину нарисовать. Okay, Jason. Okay. Well, first, I really wish our CTO, Hitesh Juneja, was here. This is just a little piece of the whole Infinii system that Mr. Juneja created. And anyone that has met him has realized he's beyond his years and is quite a genius and has come up with a solution that has turned the MLM industry upside down. Let me just say, он, конечно, честно хотел бы, чтобы здесь присутствовал Хитеш, это человек, который занимает пост пост главного технического директора, то есть вся техническая разработка, вся техническая часть у него под управлением. И тем не менее, он говорит, что Хитеш, он не по годам или как на несколько лет вперед опережает то, что вообще то, что сейчас происходит. И тем не менее, Джейсон хочет сам сейчас немножко рассказать о том, что здесь какие планы. Hitesh always saw the issue with MLMs and how these companies would grow and then start to shrink and then eventually die off. And it was because you have so many people out there that aren't out there and they're not salespeople.
And they're buying a product that doesn't make them money, and they're already hurting for money, and now they gotta try to go out there and get other people to take this product, take this weight loss product, and unfortunately, it's all in the statistics of the industry, where only a few percent actually have success, and the masses don't. They all fail, and then they get sold on the next dream that there's something bigger, better that's going to work out there, but there hasn't. And Hitesh actually had a solution for that. And just that's what I said. Well, forget. Yeah, I forget so many things. I just need to get to. Я хочу сказать, что столько многих вещей говорить, мне нужно успеть быстро вам, пока я не забыл, перевести. То есть на самом деле Hitesh придумал такую систему, что бизнес, сетевой бизнес вообще перевернет с головы на ноги. Почему это так? В обычном сетевом бизнесе вы заходите, статистика идет вверх, потом люди устают от этого продукта, многие не умеют продавать. И, как правило, компания взлетает, проходит несколько месяцев, и потом статистика идет вниз. И многие люди в сетевой бизнес присоединяются, они и так страдают, у них и так нехватка денег. Да, им тут еще говорят, купи еще баночку, и надо идти продавать эту баночку или эту бизнес-идею кому-то. И получается, что они этого сделать не могут, не хватает знаний, и они залезают еще больше долги, и все это на этом и умирает. То есть здесь совершенно другая система, и Джейсон сейчас будет об этом рассказывать. Совершенно перспектива фантастическая. Right. So the amazing thing is that the product itself makes people money. And even my 12-year-old at the time, when he was 12, and DS Domination was just some training videos, nothing. They came and said, we need to make this so it's easy and people can scale up and have true incomes where they can leave their jobs and work from home. And that is just why it got really hard. И Hitesh, смотрите, что он сказал. Ребят, на самом деле, что хорошо в нашем бизнесе, что продукт, он сам приносит деньги. То есть наш продукт сам приносит деньги, чего в другом бизнесе нет. То есть мы, как мы говорили вам только что, за дешево взяли и за дорого продали. То есть люди хотят этим заниматься. И, окей? Окей. And so now with having even my 12-year-old son be able to list items from one place like Amazon, and then list them on eBay, and it might have been a nice set that was for $89 and then would sell it for $130. It was just amazing. He would, you know, make a $32 profit. But there was complication at the time, because if the price changed on Amazon, unless he was watching it, and then he would sell it, then he'd be in trouble. But Hitesh has fixed that. For the masses. То есть что произошло? То есть на самом деле Джейсон говорит, что даже вот 12-летний сын в состоянии зайти, разместить товар, который, допустим, стоит там $70, и продать его по цене за $123, да, или заработать вот эту комиссию. И что? И на самом деле там раньше были трудности, потому что цены менялись как-то, да, и человеку нужно было иногда там следить за текущей ценой, чтобы пошла она вниз, пошла наверх. Так вот, что Hitesh сделал, он придумал систему, как вот это все автоматизировать и как это мониторить. Давайте слушать дальше. So, now with the new system, where you literally just go in and do a couple clicks, what used to take someone 33 clicks of doing things, copying and pasting pictures, it's all done in just a few clicks. It's within seconds, someone can have an item listed from Amazon now on eBay. And that's the true way to increase a business, to scale up, and to have true income profits coming in. Yeah. То есть до этого раньше людям нужно было, знаете, 33 клика сделать, до того, как они там скопировали фотографию, вставили на профиль на Амазоне, продать там, например, да? А сейчас это реально переходит в 2-3 клика. То есть процесс настолько автоматизирован, что вообще всю эту интернет-торговлю поднимает совершенно на новый уровень, в который большое количество людей может на самом деле принимать участие. And so when you look at the Infinity system, it's really a huge system. And right now, we're just showing you the market and the success of like people like Nikki and Parrish had and the many others. Obviously, there's tens of thousands of members that you've seen out there that are posting their success and how they just start and within days are starting to make their first sales. То есть, что Джейсон говорит, что Infinia — это совершенно огромная глобальная система. То, что вы сейчас видите, это
просто маркет, то есть это рынок, о котором мы говорим. И сейчас Джейсон будет еще рассказывать о других продуктах. И также он упомянул о том, что даже с этой системой вы уже сейчас можете повторить успех, который сделали Ники и Парриш, то есть зарабатывать такие ломовые серьезные деньги. So people are pretty amazed with how big a concept and what is going on right now with the market. But people don't know the things that actually the bigger vision that Hithesia's created and saw, where places like this it are going to be a lot bigger than what we're dealing with right now. This right now does amazing things. But what is to come here in the next quarter of 2016 will be much bigger. То есть он говорит, что на платформе рынок, ну то есть назовем его как, да, торговля, можно заработать большие деньги, то есть мы уже об этом говорили. Но здесь еще есть несколько таких дополнительных уже направлений, это как digital, цифровые продукты. Следующее это как называется, оно, проекты. И это говорит, ребят, на самом деле вынос мозга, по-русски сказать, если это настолько выходит за представление, что, ребят, даже это, то есть это серьезные большие планы. So right now with the market and stores, that is going to really start to help our international teams markets. Digital projects though will make this company just to the masses, to everyone internationally, throughout the world. These will be so much bigger than even what we have here. So that is the true exciting thing, is what's truly to come, that we can actually take what is all out there in the digital realm, in the projects realm, and bring that all into Infinii, which, once again, just works to complete this whole ecosystem. And there are so many more pieces that I can't give you right now. Он говорит, что здесь на самом деле столько красивых, хороших кусочков, о которых он пока не может говорить в силу определенных обстоятельств. Но говорит, что цифровой рынок и вот этот рынок проектов, это выведет компанию на совершенно глобальный уровень, потому что здесь физического нету продукта, который нужно доставлять, растамаживать и так далее. И сама идея вот этого рынка, который уже сейчас есть, это определенный фундамент. И новые вот этот, как это, магазины, это тоже отдельное направление. Оно позволит людям как бы стабилизировать бизнес и большие деньги зарабатывать на стабильной основе. So that's it from a little piece of what's already here and the success that all these members throughout the world are already having. And I'm just excited that Alexei has come here to actually see and witness and meet, you know, the Infinii team, and just to truly see the success that people are having and how everything operates and works and how hard our people work just to bring success to everyone. И я приехал на самом деле сюда посмотреть реальную обстановку, реальные вот эти офисные помещения, реальные складские помещения, познакомиться с руководителями, познакомиться с людьми, которые уже зарабатывали деньги на предыдущей платформе. И для меня абсолютно теперь все реально. Я просто рад, что я сюда приехал, и я очень рад, что теперь я могу донести эту возможность для большого количества людей. И я знаю, что мы с вами вместе создадим совершенно феноменальное будущее в финансовом плане и во всех наших отношениях. Мы более счастливыми людьми. Это просто классно. Awesome. Thank you, Jason. Thank you for your vision. You guys come this here. I want to shake your hands because you are very important. Thank you. Thank you so much. На самом деле, то, что они, ребята, сегодня рассказали, I'm sharing that you give me like explanations today, so I got more vision and more understanding myself. So yes. I just want to amazing acknowledge you for that. Yes. Ребята, на самом деле, то есть мне сегодня показали, как они это делают, прям реально открыли компьютер, разместили, заплатили. Это вообще фантастика, это просто чудо, и я теперь сейчас буду в полный рост эту тему развивать. Так что, ребят, Infinii. Yes, Infinii! Ну, такое бодрое, веселое видео мы записали с Джейсоном Розом, с Парришем и с Ники. Реальные люди, которые, используя платформу Infinii, предыдущую версию DS Domination, заработали совершенно ломовые деньги. И сейчас они также продолжают обучать людей использованию этих инструментов. Нам с вами просто
мы в какой оказываемся ситуации. То есть мы сейчас, нам переводят эти все материалы, как я уже сказал, 15 января у нас будет полный комплект. Сейчас в ближайшие дни уже будут переведены презентационные слайды, но мы с вами начинаем так делать в большом масштабе презентацию после 15 января. Сейчас подключайте своих первых ключевых людей, с которыми вам будет приятно делать бизнес долгие годы. Что сейчас нужно сделать? Я хочу еще раз вам напомнить, что до 15, сейчас, секунду, до 7 утра суббота, то есть у нас с вами декабрь 19, суббота, до 7 утра вы сможете сделать апгрейды. То есть если те из вас, кто подключился на временный аккаунт и просто там заняли себе ячейку в системе, вы еще не оплатили пакет на $50 или пакет на $10, и под вами вдруг уже спонсор наставили людей, которые уже купили себе пакеты, вам нужно сделать апгрейд. Вам не надо покупать пакеты на $400 и не надо покупать пакеты на $150, если у вас нет еще этого товарооборота или пока этих знаний по какой-то причине до конца нет. Просто $50, минимальный стартовый пакет, на него заходите, делаете апгрейд, вы получаете уже первое обучение, так, сделайте этот апгрейд, потому что иначе вы потеряете баллы, которые у вас уже появились в системе, которые уже вам принесли люди, которые уже под вами купили пакеты. То есть просто, может быть, надо это нарисовать, потому что еще раз, меня вчера я это объявил, и люди как-то остались с небольшим непониманием, поэтому я сейчас быстренько это нарисую еще раз. Хочу, чтобы это было предельно понятно. Вот так, хорошо, сейчас это мы очистим. Вот смотрите, что происходит. Когда мы начинаем, когда мы начали сейчас подключать людей, вы получаете по почте ссылку на регистрацию с временным паролем. По этой ссылке вы заходите, у вас открывается форма, где вы заполняете имя, фамилию, свой адрес, свой пароль и так далее. То есть, так, и, допустим, вот это я, Алексей, и я пригласил, например, Дмитрия. Я сам зашел на пакет 150, моя жена зашла на пакет 400. Так, и Дмитрий пока только получил ссылку на регистрацию. Он еще после этого не открывал компьютер и не подключался на пакет, ни на какие пакеты. Но после Дмитрия я подключил еще Ваню, я подключил еще Свету, я подключил еще там, допустим, там Марину. И эти ребята купили пакеты по $50, понимаете? Вот. А Дима, у него ноль, никакого пакета нет. Но на самом деле компания пошла навстречу, и сейчас до 7 утра из вас, кто сделает вот этот апгрейд, то есть если Дима сейчас сделает пакетик на $50 себе, хотя он сделал этот апгрейд позже вот этих ребят, позже, понимаете? Но баллы ему сейчас насчитаются, то есть компания сделала такой небольшой шаг вперед. То есть те из вас, кто увидите под собой уже дерево с очками, вы получите все эти очки, и они там определенным образом будут участвовать у вас уже в распределении комиссии. Вы получите уже комиссии и сможете уже сейчас активно начать в этом во всем разбираться. Самое важное, если вы сделаете апгрейд на $10 и на 50, $10 вам дает возможность строить структуру, приглашать людей. То есть когда Дима, например, вот в этом варианте сделает оплату $10, он уже сможет сам приглашать новых людей. Так? Теперь, что очень важно, делать пакет на 50, он уже сможет получить информационный материал и начать уже в этом разбираться. По сути, уже может торговать. Давайте так это назовем. Он уже может это торговать. Вопрос только в том, что там это на английском языке, и нужно немножко будет разобраться. Мы берем себе небольшое время на перевод. Дальше, что хочу сказать. Если у вас уже, вы, допустим, открываем следующую страницу, если у вас уже, вы уже в другом статусе, например, у вас там много людей, вы начали работать, и вы купили себе пакет на 50, и у вас там уже выросла огромная структура, допустим, здесь у вас 100 человек, и тут у вас уже 30 человек, и вы видите, что люди там покупали себе пакеты на 50, и у вас уже много баллов накопилось, то есть, да, ребят, вы можете, чтобы вы не потеряли свои следующие вот эти деньги и комиссии, откройте компенсационный план, там очень все понятно. Вам нужно сделать апгрейд на $150. В этом случае до 7 утра субботы вам всего нужно сделать апгрейд на $100, то есть доплатить разницу в $100. И вот эти баллы, которые у вас сейчас здесь накопилось за счет подключения людей,
вы получите эти все баллы в перерасчет своих комиссий. Какие там будут у вас бонусы? У вас там будет бонус, там, допустим, как вот у Ольги, $1800, у вас будут там бонусы по бинарам, то есть, допустим, это там, вы помните, по бинарам мы получаем 10, 15 и там 20%, то есть в зависимости от следующего статуса. Вы также получаете комиссии за личные приглашения и так далее. То есть поэтому не потеряйте эту возможность, сделайте срочный апгрейд, чтобы вы прошли на следующий статус. Что еще хочу сказать? Что нужно сейчас делать тем людям, которые только подключились и еще не знают, что нужно делать? Первое. Вот вы. Первый ваш шаг. Вам нужно оплатить $10, чтобы вы могли подключать людей в структуру. Здесь чем интересен бизнес? Тем больше людей у вас в первом поколении, тем вы богаче. Потому что первое поколение людей, когда они начинают строить свою структуру, вы будете здесь до бесконечности получать 5%, ребят. Со всей команды в глубину. Поэтому здесь очень выгодно приглашать большое количество личных приглашенных и помогать им быстро раскручиваться. Значит, первый ваш шаг – вы делаете апгрейд $10. Второй ваш шаг – вы делаете апгрейд на $50. Ребят, $60 у каждого в кошельке – это смешные деньги. Что вам даст компания, если вы подключаете двух людей? Первое. Вы сразу понимаете систему дубликации по-настоящему. Дубликация я. Почему? Потому что, подключив двух людей, одного слева, одного справа, компания вам пришлет бонус $600. Многие задают вопрос, откуда эти деньги, приходится 10 раз объяснять. Мы откроем следующую страницу, чтобы вам это объяснить. Допустим, компания заработала $100 000 на продаже продуктов через Amazon, на продаже лицензий и так далее. 70% от заработка компания отдает в сеть, отдает нам с вами, дистрибьюторам. Так, из этих 70%, 6%, 6% от этих 70% компания выделяет на фонд, специальный фонд на поощрение новых партнеров, фонд новых партнеров. То есть в нашем случае 70 тысяч уйдет кому? Дистрибьюторам. То есть $70 000 уйдет дистрибьюторам на оплату зарплат. От $70 000 6%, сейчас я быстро открываю калькулятор и считаю, чтобы было вообще реально все. Вот 70 тысяч делим на 100, умножаем на 6. $4200 в данном случае распределится на фонд среди новых партнеров. Тех людей, которые подключил в систему двух людей. Вот, например, Ольга Лобанова подключилась в бизнес, подключила двух новых людей, которые зашли на пакет по 50. Ольга Лобанова из этого фонда $4200 получит $600. Получит она, компания, то есть компания перечисляет эти деньги, ребят, не сразу, так, а компания распределяет эти деньги во времени. То есть а вы будете получать эти деньги кусочками, например, там 2, 4, 6 месяцев, но вы каждую неделечку кусочек этих денег получаете. Это гарантированная комиссия. То же самое происходит с вашими людьми. Понимаете, это называется подъемный бонус. Это называется система дубликации. Все, что вам нужно сделать, подключить человека, прислать ему ссылку на e-mail, он заходит, проконтролируйте, что этот человек оплатил $10, помогите ему подключить 50, помогите ему подключить 2. Проделайте то же самое с вашими людьми. Вот что вы делаете. Вы подключаете двух, помогаете им подключить двух, подключаете им подключить двух, помогаете им подключить двух. Вот это то, что вы делаете в плане развития вашей структуры. Параллельно вы еще подключаете первое поколение, широкое свое делаете. Так? И то же самое делаете с вашим первым поколением. Параллельно мы сейчас с вами осваиваем все материалы по тому, как использовать эту платформу для торговли. То есть еще раз, первое – $10, второе – апгрейд на 50, третье – помочь вашим людям подключить команду, четвертое – вы заполняете договор с компанией, для этих целей вы заходите на сайт в бэк-офисе, где написано Springboard, распечатываете документы, подписываете их и отправляете через, там есть внутренний документ, внутренняя форма, подписываете, отправляете их в компанию, в течение там буквально дней происходит одобрение, вы получаете право торговли на спрингборде. На этой неделе мы будем плотно обучать вас, как это все делать. То есть вы будете это все делать. Так?
То есть вы уже сможете зарабатывать деньги даже не на приглашение людей, ребят. В этом вообще прикол, что в этом бизнесе смогут зарабатывать люди на элементарной торговле, без приглашения людей. Если вы сейчас намерены выйти и выстрелить на большие деньги, значит, стройте свою команду, стройте структуру, потому что 15 числа мы начнем делать презентации. Представьте, что вы сейчас уже построите команду, например, 10 человек слева, 10 человек справа до 15 числа, или 100 человек слева, 100 человек справа. И когда мы начнем делать эти презентации, люди эти начнут приглашать людей, эти люди начнут делать бешеный товарооборот, вы будете получать, ребята, совершенно сумасшедшие деньги. Через полгода, через год от этой даты вы просто не узнаете свой, не узнаете то окружение, в котором вы живете. Вдруг неожиданно вы поменяли машину, дом, квартиру, вы переехали на Коста-Рику, живете на вилле. Ну, что-то типа такого. Поэтому слышите меня, мой вам совет, человек, который в сетевой индустрии уже последние много лет, нужно просто быстро сейчас строить команду, приглашайте людей. Так, значит, что еще? Это относительно того, что нужно сделать апгрейд, что в 7 утра по субботе вы можете успеть еще, если у вас уже в команде есть люди, которые под вами уже создали очки, определенную структуру, значит, пожалуйста, сделайте апгрейд, не тормозите. Потом скажете спасибо. Что еще важного? Буквально завтра вы уже увидите в бэк-офисе свои баллы, вы увидите в бэк-офисе свои, сколько у вас очков слева, сколько у вас очков справа. Значит, завтра, послезавтра компания добавит специальную форму для вывода денег, то есть вы сможете заполнить эту как анкету, в которой укажете, куда вам, на какую карточку выводить деньги, или это будет банковский счет. Так, это тоже очень важно. Следующее, что, в принципе, если вы наблюдаете, компания постоянно делает какие-то обновления. Сейчас будет скоро опубликован новый сайт, новая внутрянка этого сайта. То есть то, что у нас сейчас, это просто предварительная платформа. Также будет платформа адаптирована к телефонам мобильным, это iPad, iPad, все эти, вот эти наши штуки компьютерные, что вы сможете этим всем спокойно заниматься прямо на своем телефоне. В принципе, ребят, я не хочу вас больше задерживать. Итак, страшный ажиотаж, многие люди уже ждут, названивают мне, давай выходи в эфир, помогай регистрироваться. Поэтому я жду, когда вы... В общем, ребят, закрывайте свои следующие статусы, помогите людям быстро включиться в тему. Мы скоро будет огромный просто шквал людей, и эта индустрия просто входит сейчас в каждый дом. Многие люди хотят этим заниматься. Все, спасибо вам большое за внимание. Завтра в 7 часов, давайте так, завтра в 8 часов я буду показывать, как, например, люди торгуют на Амазоне. Поэтому я буду также скидывать ссылку, сейчас будет горячая пора, неделя будет очень жаркая. До встречи в эфире. Закрываем свой следующий статус директора, ребят, 20 тысяч долларов бонус. Успехов!